Здравствуйте! Это видео станет логическим продолжением первого видео из теоретического курса энциклопедии красоты про гиалуроновую кислоту. Потому что в этом видео я вам хочу достаточно коротко рассказать о своих любимых продуктах с гиалуроновой кислотой. Коротко, потому что практически о всех этих продуктах я уже делала видео, и я о них рассказывала в видео на разные темы, и про мои любимые марки, и про мои находки, и про мои новинки. Так что подробно о всех этих продуктах я уже рассказывала в тех или иных видео, а сейчас в этом видео я постараюсь пробежаться по этим продуктам еще раз и рассказать вам какие-то основные ключевые моменты, которые мне в них нравятся и почему я возвращаюсь к этим продуктам опять. Оставайтесь, пожалуйста, со мной, впереди еще очень-очень много интересного. Мое первое любимое средство с гиалуроновой кислотой, о нем я вам уже рассказывала и, по-моему, даже не в одном видео. Это вот такие вот волшебные капсулки от немецкой марки Dr. Grandel. В данной упаковочке 28 капсул. Сейчас я открою, покажу. Каждая капсулка выглядит вот так вот. Это такая концентрированная гиалуроновая кислота. Это отличные монодозы, к которым я прибегаю, когда мне надо мою кожу восстановить, увлажнить и очень активно регенерировать, заживить какие-то мельчайшие ранки, трещинки и какие-то следы от прыщечков. Я прибегаю к данному средству периодически в ночное время, когда я понимаю, что мне мою кожу надо восстановить и залечить следы от прыщечков. И также я прибегаю к данному средству в дневное время. Периодически я наношу его в качестве своего базового дневного крема, если мне предстоит какой-то перелет на самолете, соответственно, или какая-то другая достаточно стрессовая для моей кожи ситуация. Вот в этом случае я прибегаю к волшебной капсулке от Dr. Grandel для того, чтобы даже в какой-то экстремальной ситуации моя кожа продолжала чувствовать себя очень комфортно и увлажненно. Следующее средство с гиалуроновой кислотой, которое мне очень нравится и которое я уже не в первый раз покупаю, это вот такая вот маска от марки Sisley. Это Express Flower Gel, маска в объеме 60 мл. Это такой вот прозрачный гель. Экспресс-маска, потому что ее достаточно нанести на 3-5 минут для того, чтобы почувствовать и увидеть, что она действительно работает. Об этой маске я впервые услышала также в блоге Лизы Элдридж. Она, как правило, ее использует во время длительных, больше 8-9 часов авиаперелетов. Она ее наносит на лицо и просто засыпает, так как маска прозрачная, она впитывается, и никаких, собственно, следов никто из пассажиров, сидящих вокруг в самолете, не увидит то, что на вашем лице нанесена маска. Вот я подобную маску использую, когда мне надо быстро-быстро свою кожу восстановить и увлажнить. Это может быть перед каким-то мероприятием, либо вот сегодня я делала подобную маску с утра перед тем, как сегодня снимать эти видео, либо я могу нанести подобную маску, опять же, уже после перелета, вечером перед сном на 3-5 минут для того, чтобы еще больше увлажнить мою кожу и восстановить ее после перелета, либо после какого-либо стресса. То есть вот эта вот маска, у нее два очень положительных момента. Первое, то, что действительно этот гель прозрачный, и его совершенно не видно на лице, то есть вы не ходите такая вот, как зомби по дому, или как индеец такой вот. Это не глиняная маска, которая будет очень-очень видна и заметна на вашем лице, это действительно такая очень приятная, легкая прозрачная маска, которая увлажнит, тонизирует вашу кожу и также немножечко подтянет овал. На ней написано, что это Hydrating, Toning and Firming Mask. Вот все эти три вещи данная маска делает просто на отлично. И второе замечательное качество этой маски, это то, что это именно экспресс-маска, и для того, чтобы получить результат, вам не надо ждать 15-20 минут, вам достаточно нанести маску на 3-5 минут и наслаждаться результатом. Результат от этой маски держится как минимум день-два, а то и дольше. Следующее средство, мое любимое, с гиалуроновой кислотой, о котором бы хотелось рассказать, это вот такое вот средство от марки Clinique из линейки MoisturSurge. Это очень известное средство Clinique. Вот у меня в данном случае это
такой мини-размер. Это размер в объеме 15 мл. Я знаю, что такие же крема есть, по-моему, в объеме 30 или 40 мл. Но в данном случае мне достаточно такого маленького объема, потому что я это средство, как правило, использую локально. Для меня это отличное средство для заживления каких-то ранок, следов от прыщечков, каких-то порезов. Данное средство существует в двух разных форматах. Оно существует в формате крема для нормальной и сухой кожи и в формате вот такого вот геля, потому что у меня именно гель, так как, опять же, как я напоминаю вам в каждом из своих видео, я являюсь счастливой обладательницей комбинированного типа кожи, склонного к жирности. То есть вот моя кожа в состоянии нормальной, наверное, действительно достаточно редко приходит, поэтому я стараюсь все средства по возможности выбирать на гелевой основе или в формате флюида, если у меня такая возможность есть. Так вот, вот это вот средство, оно отлично увлажняет, отлично регенерирует, то есть все то, что делает гиалуроновая кислота, а гиалуроновой кислоты в составе этого крема достаточно много, а это средство делает на ура. Все продукты марки Clinique, они отличаются достаточно демократичными ценами, даже в сегменте люксу марка Clinique. С одной стороны, продукты очень и очень достойно работают, а при этом ценовая политика марки очень и очень очень приятная, что не может не радовать. Еще один мой давнишний любимчик с гиалуроновой кислотой, но уже в очень большом объеме, ну, в смысле, в объеме не в концентрации гиалуроновой кислоты, а в большой бутылочке, это вот такой вот крем для тела от испанской марки Relastil. Это Body Milk Moisturizing and Emollient with Hyaluronic Acid with High and Low Molecular Weight. Это то, что я вам рассказывала в видео про гиалуроновую кислоту, что гиалуроновая кислота бывает высокомолекулярная и низкомолекулярная. Так вот, в этом креме с гиалуроновой кислотой, в котором также еще есть керамиды и омега-6. Гиалуроновой кислоты здесь есть как высокомолекулярная, так и низкомолекулярная, и каждая из них выполняет свою функцию для вашей кожи. Это отличное базовое увлажняющее молочко для тела. Объем тубы очень и очень приятный. Объем тубы 400 мл. Туба, как вы видите, с дозатором. Молочко легкое, молочко супер увлажняющее, оно очень быстро впитывается, не оставляет никакого жирного блеска. Я его периодически, если мне надо быстро, я бегу, и у меня нет времени подождать, пока крем впитается, я его периодически также наношу на мои руки, и также я периодически могу нанести данное молочко на зону моей декольте, на зону шеи и плеч, и также, опять же, я периодически могу нанести данное молочко даже на лицо. Оно не вызовет никаких воспалений, оно не активизирует никакие высыпания, оно очень-очень приятно увлажнит. Опять же, в летний период я пользуюсь этим молочком уже на протяжении последних 4 лет, и я очень довольна тем, как оно ухаживает за моей кожей тела и тем, в каком состоянии кожа моего тела после использования данного молочка, поэтому очень-очень рекомендую. Напоминаю, что более подробно я рассказывала о данном молочке в моих видео по уходу за кожей тела в разделе увлажнения. Если я не ошибаюсь, то вот данная туба там, где я живу, стоит порядка 13,5 евро. Вот не самое дешевое средство, но опять же за объем в 400 мл я считаю, что вполне приемлемая цена. Спасибо большое, что остаетесь со мной. Пожалуйста, ухаживайте за своей кожей. Пожалуйста, оставайтесь красивыми и молодыми. Если вам нравится, ставьте пальчики вверх. Подписывайтесь, пожалуйста, на мой канал. И до скорых встреч. Пока-пока-пока. Впереди еще очень-очень много интересных видео. Не пропустите.